Ну что ж, всем привет, в эфире SLTV Star Series, друзья, жаркий матч сегодняшней ночи, вот сегодняшний ночной жаркий матч, команда Копенгаген Вульфс против команды Хаукс из Финляндии, сейчас они сразятся, карта пока что непонятна, какая будет, ребята, сейчас ее черкали, и идет общение. Минус Мираж вот от мистера Вондерфула, и еп, рефлекс написал, еп, еп, once and for all, ха-ха-ха-ха-ха, смеется Ника, ну и мы-то знаем, что копенгагенские волки не слабые, достаточно опасные. Парни, для финнов это жесткий соперник, не знаю, насколько он проходной, но проходной или нет, но игра будет в любом случае интересная. Состав команды финских ястребов, они же хавки, друзья. Нату, Джун Липанин, Рефлекс, Тима Ринатала. Ой-ой-ой, мне не выговорите вот эти вот фамилии, если честно, потому что вот у Аллу... Ну, Аллу, Нату все мы знаем, к ним привыкли, Хан-Хан, ну, вот... Вот, ну нельзя эту фамилию выговорить серьезно, сразу навязывается у меня какая-то жесть. Но Хану не играет в лейнапе, его нет в официальном лейнапе, выступает вместо него сейчас Скюрк, игрок с ником Скарк, Скюрк, вот, и финны сейчас заходят уже, да, карта будет Dust 2, кстати, SE, разумеется, и сейчас заходят команды на сервер, и начнется, в принципе, эпик. Ну вот нужно, наверное, здесь сделать как-то МП. Ну вот надо посмотреть в консоли. Какая-то команда МП Switch. Да. Switch Teams. Попробуем ее сделать. И посмотрим, что у нас произошло. Не, ничего не произошло. Ой-ой-ой. Ну вот Волков только перекинул за дефенс. Или нет. I'm disappointed, Ника. Ну, в общем, там идет какое-то общение, играется вармап. Ну, а мы продолжим, наверное, рассказывать об этом, да, и чтобы получилась запись более-менее интересная, можно ляпнуть пару слов о StarLadder, друзья. CSGO.StarLadder.TV, там вы можете ознакомиться с турнирной таблицей топ-16 команд, которые сейчас есть в CSGO в рамках SLTV Star Series. Это Virtus.pro, Just Dat, ESC, ATXGO, ZNation, Хавки, Волки. И, кстати, да, 7-8 место, если посмотреть, здесь разница в раундах. В плюсе Волки, опять же, потому что они свои матчи выигрывали обычно в мясо, либо проигрывали их мясо, но на 7 раундов они впереди своей команде. У Волков сейчас сыграно 10 игр, выиграли они 6 встреч, из них 3 как раз-таки достались им бесплатно, у них 2 ничьи и 2 поражения. У финнов статистика выглядит немножко похуже, они сыграли 11 игр, у них 7 побед, у них ни одной ничьи, но 4 поражения. Ну и в плюсе они на 20 раундов, всего по очкам у них 21, 20 очков у Волков. Ну и все-таки, да, это борьба за топ-7, если Волки здесь одерживают победу, то финны будут бороться за топ-8, где их, в принципе, вытесняют также по очкам ребята из Rush 3D. Ну, а здесь у нас, как я понимаю, сейчас будет knife round разыгрываться, и кто-то у финнов куда-то вылетает. Ну, вот это, конечно, полный лол. Last white guy. Угорает Хандлар, друзья. Ну, матч начался, но мы-то знаем, что матч не начался. Ну и будем ждать. Будем ждать, опять же, возвращения блудного финна, который почему-то... который... по неведомой мне причине как-то непонятно себя ведет. Вылетел прямо перед началом матча. Ну что ж такое-то? Что ж такое-то, а? Ну я поменяю, наверное, худ, чтобы он лучше отображал происходящее на самом деле на этой карте. Ну, копенгагенские волки в атаке. Дефенс у хавков. Сейчас будет серия рестартов. И, скорее всего, на эфраунд. Вообще, они должны его сыграть за выбор стороны. Но так часто бывает, что, опять же... команды могут решать ножом, а могут решать сами. Но вроде бы сейчас будет как бы найф, как если я не ошибаюсь. Да, пошел рестарт, давайте смотреть, будет найф. Между прочим, спешу сообщить вновь, что я восстановил свой твиттер. Писать вы мне можете в twitter.com/sl4mtv. Подписывайтесь на него, я отвечаю там на личные сообщения своих подписчиков. Чего не делаю, кстати, ВКонтакте, потому что там уже пошел какой-то спам. Горе спам, горе беда, горе... горе все. Ну и да, раунд на ножах. Давайте смотреть, что сейчас будут делать ребята из Копенгаген Вульфс. Пока что медленно выходит. Кстати, играют они сегодня с заменой. Вот у них есть Фрост. Я вижу незнакомое лицо. Это замена игрока с ником Глейв. Мальти тоже свой парень. Ну и, как видим, пока что Рефлекс прибивает дорогу к атаке. И два... опачки! Два в три. Вот Ника очень хороший нож показал сейчас против Рефлекса. Ну вот я не думаю, что здесь есть... здесь принципиален выбор стороны волкам или там хавкам, но, на мой взгляд, они могут делать все, что хотят. Но волки выигрывают
Knife Round, и, видимо, будут оставаться за атаку, как я понимаю. 2 в 3 смогли взять Knife, и, скорее всего... Да, будут играть в атаке. Будут играть в атаке, рестарты не делают, они свич. Ну и давайте смотреть, что же нам покажут на первой пистолетке Валки вот эти поздняковые ребята, позднячки, так сказать, потому что матч-то должен был как бы начаться пораньше немного, но не начался. Ну вот все опять понеслась. Начинает погибать Ника, и... When do you stream, maybe? Where do you stream? Не понимаю его. Не понимаю. Эх. Пишу я go-go на сервере. И. Жесть какая-то. Наблюдатель. Ну, мне нравится, на самом деле, как CSGO перевели. Я, на самом деле, ожидал худшего. Но вроде как все более-менее нормально. Эх. Вот спрашивают, где твой стрим слэм? Да мой стрим на Хилтверге вроде бы как даже есть. Он, может быть, сейчас будет просто спрашивать про дилей. Так, у меня Хьюстон, у меня проблемы. Так, все, я ворвался в CSGO. Не-не-не, все нормально. Все, друзья, ну что, погнали. Итак, дефенс, капитакс. Валки будут... Ой-ой-ой. Волки будут начинать с дефенс все-таки. Но это жесть. Это жесть, конечно же. Просто жесть. Ну ладно. Нам это пофиксить, в принципе, одну секунду. Итак, волки в дефенсе, атака Финляндия, хавки. И у хавков уже разыгрывается нижняя атэшка сейчас. Давайте посмотрим, что они будут делать против пропета, агрессивно принимающего, кстати, нападение с нижнего темного. Ну, прогнали, опять же, на перестрелке. Вот после чемпионата в Праге, друзья, у меня возникло очень-очень много вопросов. Я хочу посмотреть, как команда Star Series после этого турнира будут играть, потому что это, несомненно, этот турнир многое ввел в развитие CSGO в плане стратегии. Так, Фрост запирает длину, но здесь сплит Б. Сплит Б разыграли, с медлом минус 2 от хавков, ворвались на точку, минус Ника, минус Мальти и... есть какая-то попытка перестрелки от Скарка. Вот он пытается тут запереть игрока дефенса, который почему-то из-за этой доски живой еле-еле остается. Посмотрите на то! Нож от СМФа! Великолепное начало просто финско-датского месива. Начинают они с найф минуса после жесткого найф раунда. И реакция от СМФа здесь, конечно, была очень-очень жесткой, но чуть-чуть он все-таки не попал. Ну, просто остался 1 в 2, но против сотых соперников, конечно, ему будет тяжело. Он трется, врывается в план, снычки его забирает. Нет, минус рефлексу достается. Да-да-да-да-да, именно снычки с Дэнсом. 1-0, хавки берут первый пистолетный раунд, несмотря на то, что вот в последний момент волки, кстати, передумали играть за атаку, решили остаться в дефенсе, хотя... За атаку, я думаю, у них пошло бы получше. Для финнов, кстати, сторона атаки реально является стороной атаки, и они считают ее сильной. Об этом мне недавно товарищ один рассказал. Вот, ну что, ну вот, посмотрите, как избавляться, да, от аркады парапета, например. Вот, выход на Бен. Не, ну вот чувак в центре сока, это все хорошо выглядит от финнов. У меня просто на самом деле в голове крутится сразу вот матч команды Z Nation против MyDGB, когда они играли в Праге. Как они не зачитали и не смогли принять эти аркады безумные парапета. Там всего-то нужно человека с тэшки и одно ВП на респе. Это бы, в принципе, решило проблему. Человека с тэшки они нашли, это была эра, но вот потом этого не произошло. Не было АВП, и все равно аркады на мид делали MyDGB. Ладно, все, надо забыть про тот мрачный турнир, который мы смотрели буквально 2 дня назад, сосредоточиться на этом матчи и на нашей всеми любимой Star серии. Кстати, на следующий сезон Star Ladder я надеюсь увидеть финнов уже под знаменами какого-то спонсора. Кстати, компания SteelSeries вроде как помогает все еще финнам. Вот, оказанная помощь в виде 2000 евро на поездку в Йончопинг на чемпионат под названием Dreamhack была не разовым, скажем так, удовлетворительным шагом от SteelSeries. Вроде бы как они сейчас хотят поработать с командой Hafts, но я надеюсь, что будут. Вообще мне известно, что SteelSeries работает с CSGO. Спонсоры бы на нам. Было бы круто. Ну что, здесь занимает Б Хавки против ЭК. Опять играют очень уверенно. Несмотря на укрепление Б планта вот в виде двух лиц защиты, все равно финны смогли потаранить дизгадский деф, но по жести никто никого не раскидал. Ну вот, Аллу Эль Капитана. Алло, любимый парень. Вот знаете, вот этому составу из Финляндии не хватает только Аслака. Реально, этот бешеный Эслак просто божил с ВП в КС 1.6. Здесь пока непонятно, что с ним, где он, и собирается ли он продолжать свою профессиональную игровую карьеру. Но я подозреваю, что он, скорее всего, в армии. Раз о нем ни слуху, ни духу, надо будет, кстати, спросить.
что происходит. Итак, Фросту дают флеш, посмотрим на прием длины. Вот с глаз Фроста, я думаю, это будет нормально сделать. Да, он в яме здесь влетает, еще вторая флешка. СМФ с ним выходит на перекрестный огонь, открывает счет в раунде. Как раз таки волки, минусует Скарка. И идет попытка размена от рефлекса, не особо успешная. Фрост закрепляется в яме в этот момент. Финны проходят парапет, пытаются прорваться. Насу дает замечательный опенфраг против Хандлара. Минус подъем и контроль атаки. Да, контроль у атаки, контроль плента у атаки. Вот единственное, что они здесь не контролируют, это мальти, опять же, с респан поджиме. И, по сути, все. Ставится бомба 4 в 3. Выбивание в численном преимуществе от волков. Численное преимущество казнит Эллу. Давай, минус 2. Замечательный СВП. 2 игрока на подъеме. Инфа для Эллу. Минус 3. И Нату прикрывают Аллу от вышедшего Ника в спину. Счет становится 4-0. И Хавск сыграли потрясающий сплит на длина плюс парапет. При том, что мне очень сильно порадовало, несмотря... Вот обычно, знаете, когда чуваки на длине отдаются, всегда там кто-то стопится на парыч и идет обратно, да? А здесь уже видно, что парни наиграли, наработали вот за это время, которое мы не могли наблюдать за их матчами. И достаточно быстро парапет просто забрали себе. Ну, тема в том, что если вы занимаете как бы аплейн, то он большой, если атака его занимает, то выбить... Как бы его будет очень-очень тяжело дефенсу. А здесь пока что словил на минус 50 у нас Насу. Тайминговый прокид гранат. Но он даже больше не тайминговый, он больше, скажем так, зашел на Б, бросил гранату. Так это выглядело. Ну и Ника в паре с своим тиммейтом, который уже с коробок пытается дефить. Как видим, стараются принимать. Вот удается Хандлару сделать один минус, но это совсем не то, чего мы хотели здесь увидеть волков. Ну и в итоге финн вновь занимает повторно Б-плент. Интересная схема атаки против эко-раундов. Такое ощущение, что эти финны знают чего того, что не знаю я. И явно это слабина на точке Б. Хотя на самом деле, знаете, удобно. Просто вам там в любом случае будут два пистолета противостоять. Вы там можете проиграть только если вас вначале гранатами накурят очень плотно. Но не более. Сейчас будет минус Фрост от Насу. Он, как видим, ой-ой-ой. Вот Насу, посмотрите, сразу отошел. Попытался отойти, но Фрост его казнил. Сейчас этот парень еще поразвлекается, по-моему, здесь. Ой-ой-ой, вот опасный стрейф вправо. И да, все-таки столб его тут не спас. 5-0 в пользу финнов, пока безответно от копенгагенских волков на шестой раунд. Естественно, будет бай в любом случае у датчан, и они попытаются сбить темп игры. Может быть, конечно, чуть попозже попытаются переломить вообще исход этой встречи. И попробуют что-то новое. Так, Хандлар. Давайте смотреть. Центр. Дым на центре Насу. Насу Тэшка. Мальти. Нату тоже в Тэшке. Играют выпад на мид. Финны. Ну, в принципе, у них однообразная атака. Также они уже на первом девайсном атаковали. Только здесь у них удалось вообще на морозе спонтанно как-то у них получилось снести Хандлар, который даже не сумел никак противостоять. Так, пошел спаминг. Спам прострела. Пошли жесткие в очко. Ну, там вот серия разменов. И на Б-пленте падает Ника. И по нему открывается. Мальти пытается закрыть рефлекса. Но тот... Ну, вот рефлекс реально на рефлекс сыграл. Только запрыгнул и все сделал. В итоге дефенс, чё, отдает мид, остается два игрока на точке Б, один в тупке, один у очка. В итоге очко дает, ну, он видит инфу, он видит центр, дает инфу вот этому парню. Они пробрасывают сюда флешки, в итоге все белое, в ответ залетают тоже две флешки от атаки. И, по сути, перестрелка проиграна, опять же, на прогрение. Вот добьет здесь Аллу или не добьет. Ну, вот у Аллу не заходит здесь стрельба с АВП пока. В 1.6 он бы, конечно, уход в мид такого типа добил. Но тут все немного по-другому. Фрост сейчас попытается рефлекс обломать. Вот он слышал, что рефлекс пробежал. Бомба взрывается. Ну и Фрост, по-моему, да, не стал он выходить. Думает, что ждет его игрок нападения. Пора чекал, никого не увидел. 6-0! Пока что безответно товарищи из Копенгагена не могут никак вообще финнам противостоять. Но все же хочу отметить, что такие парни, как Насу и Нату, это, знаете, это десятилетний опыт игры. Десятилетний опыт командной игры в Counter-Strike. Это самое, наверное, это самое жесткое преимущество. Вот именно поэтому я верю в команду Na'Vi, в то, что они зажгут в CSGO. Да зажгут, куда денутся, полгодика просто пройдет, и все будет очень-очень четко. У финнов опять то же самое звено проходит Тэшку, только на этот раз они разыгрывают вдвоем. Насу опирается... Насу на медле играет в качестве разменного и в качестве суппорта. Он там помогает выходившему с нижнего темного рефлексу. Помогал. Ну вот рефлекс скрывается на мид, на грибах никого не заметил. Ну, посмотрите, как датчане уже грамотно играют. Но вот опять же, датчане не делают выводы по поводу парапета. Вот мы видели, что делали MyDGB. Я считаю, что здесь такой агрессивный стиль против финнов пришелся бы как раз кстати, потому что... Во-первых, они проходят тэшку каждый раунд. И за 6 раундов уже можно было бы, наверное, понять, что... Где можно ловить халяву.
Вот, но они проходят ее тоже грамотно. Так, раскидка длины, выход на проста, спрей. Без шансов от рефлекса. Фомас, попытка дать разменный минус СМФ. Это сделал. Забрал рефлекс. Ситуация 4 в 4, но длину продолжает пытаться. Вот агрессивная игра от СМФа. И снова размен 3 в 3. Очень-очень жестко играют сейчас финны. Аплент, кстати, занимается. Сделали тачдаун с Парыч, ставится бомба на Парыч. А Лунату, ну и Волки пытаются сейчас играть перестройку. Меня вот больше интересует Хандлер, как он сейчас будет играть. Я думаю, ему должны закрыть вот тут в любом случае Насу. Хотя Насу напугали, он не стал выходить с тэшки. Парыч закрывает Нату, дает минус. И опен фраг от Ника, если не будет. Нет, не будет опен фрага от Ника. Нату закрывает основное звено защиты, которое должно было выйти на выбивание. Ну и последний минус от Насу доставляет. 7-0 в пользу финского коллектива. И очень-очень импульсивно эти ребята действуют. Также, кстати, спешу отметить, что Волки не играли, только что они не играли прак, они и играют не своим составом, поэтому если они тут проиграют, то перед болельщиками будет чем оправдаться. Опять же, без Глейва, конечно, им тяжело, он у них выполнял роль убиваки эдакого. Так, ну вот проход в нижнюю тэшку, но это уже вот совсем наглость от Волков. 7 кп остается у игрока защиты. На экораунде, конечно, они здесь, если займут тэшку, их здесь примет Нату, да, как видим, Нату видит эту пропрыжку. Но особо сильно не старается попасть в голову. Понимает, что здесь легче закрыть будет смена. Граната в нижнюю. Без шансов. Парыч. Волки. Отлично отбили здесь Насу. Но на большее не хватило. Ворвал сейл. Забрал. 4 в 2. Ну и последние два игрока. Дефенс, как видим, находится один в нижнем темном. Аркада от Мальти идет на сам бэтленд. Никем не справляется с медлом. Вернее, не справляется. Сыграл невнимательно. Мог он там зацепиться за Нату. Но это эко. Это эко. И особо за пар нету. Ну вот. О, вот это вообще просто горе голова. Так как такую кабину Нату поставил. 8-0 в пользу финских ястребов. Надо бы им, конечно, сменить название. Просто как-то ястребы это, не знаю. Я думаю, в ответ финским ястребам в России появится новая команда. Знаете, там этот... Teams Moscow Chicken. Вот Moscow Chicken будет просто эпик. Просто эпик троллинг со стороны всего. Вот Moscow 5 есть, а Moscow Chicken нет. Надо делать. Интересно, что там, кстати, Moscow 5. Что у них там организация планирует. Собираются ли они CSGO состав возрастать. Хотя, я думаю, без Димы Смелого будет это сделать трудно. И сейчас пока что местонахождение Дмитрия Смелого мне неизвестно. Последнее, что я слышал, это то, что его вроде как хотели депортировать, не то, что депортировать, выдать Соединенным Штатам, но чем это дело закончилось, я так и не понял. Насу, Аллу, игра через мид, пропет флеш, опять же, вот они отфлешивают здесь упор, вот дальняя флешка пошла, чтобы согнать парня отсюда. Но этой флешкой они на самом-то деле показали Волкам, что будут выходить, возможно, пропет, и от этого, как видим, Хандлер растянулся сразу же на мид. Да, на него выходит, посмотрите, что делает Хандлер, сразу же флешечка от ящика, и тут два белых тела стоят, ой-ой-ой, секунды не хватило, чтобы прочекать, дает гранату, сразу граната по две попы залетает, спрей от Хандлера, без шансов для рефлекса, рефлекс его уничтожает, снова мид занимает хавки, неужели это снова Б? И никакого противостояния не показывают датчане. Благодаря рефлексу и его жесткой стрельбе, плюс небольшому невезению на медле, финский коллектив без шансов пробивает Б-плент вновь. И это уже, по-моему, ну да, это 6 раундов они наоборот разыгрывали. Вот тут уже 7-й, и пора задуматься сейчас датчанам, что же делать. На самом деле, все решила вот эта ситуация, когда товарищ... сейчас подлетим на мид. Когда товарищ Хандлер, да, он как бы понял, что на него летит флеш, вот она отсюда только-только влетала, он не видел выходящих игроков атаки, он спокойно прошел до этого ящика, дал флешку, и она должна была сработать как моментальная. В принципе, она сработала как моментальная, вот здесь вот она упала, вот это пятно, да, но два игрока атаки встали здесь в стенку, и просто он выходя, не заметил их, от этого не дочекал стену, подумал, что на медле никого нету, скорее всего, и пошел быстро хелпить Б. Потому что когда на центре идет вот такая вот фейк-раскидка, вполне возможно, что в тэшке уже до контакта сыграло 4 игрока нападения, и они готовы просто вывалиться. Вот я думаю, там такая логика мысли была у этого парня. Ну вот он в итоге не прочекал и как бы не дал свои два фрага жесткие, которые должны были быть. Давайте посмотрим на респ АВП от Эллу. Играет очень закрыто, обратите внимание, просто прочекал. Видимо, все-таки, несмотря на жесткое преимущество, хавки сохраняют уровень концентрации. Не хотят они его терять. Но вот Хандлару проиграли с дигла. И здесь прошибают хавки Парыч в ответку перекрытию. Ну вот хавкс, вернее, волки сейчас попытались опять же разыграть анти-нижняя тэшка. Что-то вроде этого. Было на это похоже. Видимо, все-таки делают выводы прямо по ходу игры. Но больше напоминает импровизацию просто. Вдвоем там стоять глупо. Третьего бы добрать, и все было бы хорошо. Но без третьего длина отдается. Ну снова бомба. А что волки будут делать на этот раз сейф? Как бы 10, отдача 10 раундов. Это жесткое преимущество.
И, конечно же, жесткий спад в экономике. А, не, пошли выбивать. Ой-ой-ой, лучше бы сейвились. Лучше бы сейвили эти пистолеты. Но вот их отстрелили практически моментально. Что-то я не узнаю. Копенгаген Вульфс, друзья, вот буквально до моего фантастического трипа в Москву. Как раз-таки перед первым днем, когда Na'Vi дебютировали на CSGO-сцене в рамках SLTV Star Series, произошел, наверное, какой-то инцидент за эти несколько дней, потому что до этого волки реально показывали уверенную игру. Здесь пока что этого не выходит. Я, конечно, понимаю, что нет Глейва, нет замены, но играют они, вернее, с заменой в лице Фроста. Но можно было бы что-то и подпридумать в этот момент. Ну да ладно, давайте смотреть рефлекс Насу. Ну вот смотрите, а вот сейчас волки не укрепляют парапет, опять же, да, и снова отдают нижний темный, но оставили Хандлара сразу на медле. И тут, посмотрите, все в дыму. Здесь дым, ой-ой-ой, дымовая завеса сплошная от атаки. Ну это опять же, чтобы запутать дефенс, все это делается. Скар, кстати, не дожидается с длины никого. И посмотрите, волки стягиваются. Вот сейчас у волков уже побольше информации. Они пошустрее сыграли в сторону Парыча. Сейчас СМФ его чекнет, даст инфу. А здесь уже выход Б, игра до контакта. И перестрелка с нычкой не проиграна. Нас удает размен. Очко его принимает. АВП от Ника наконец-то в действии. У датчан, и датчане очень счастливы. Но его здесь ждет Аллу. Ну и Аллу его дождется, естественно. Оу! Ну, мог дождаться. Если бы, конечно, не хандлер, который ворвался. Но тут вот удалось финнов перекрыть. Но здесь уже косяк финнов. Опять же, в невнимательной игре потеряли они ключик, видимо, к вниманию. И все-таки на 10-м раунде потерялись чуть-чуть. Ну и есть шанс у Копенгаген Вульф сыграть со счетом 10-5 в первом периоде. И во втором уже попытаться потащить за сильную сторону, как я ее называю. Опять же, это даст 2, здесь слабая и сильная сторона, так непонятно. Скарк, open flash на длине, граната под ноги, 61 хп, играет проход. Ну и вот здесь сразу принимает Фрост, который отвернулся минус 2 от Фроста. Ну вот слушайте, замена как раз-таки у волков работает на все 100%, по-моему. Именно у волков, ни больше, ни меньше. Вылетает флешечка одна в банку. Давайте посмотрим. Ну вот Фрост вышел, почекал респ, посмотрел, что стяжки никакой нету. Минус на медле от Насу. Отлично. Нату Парыч. Ну, финны будут сейчас закрытым стилем разыгрывать оставшиеся секунды. Как минимум, они, наверное, еще секунд 15 потратят на то, что просидят в Парыче. А только потом попробуют куда-то вылезти. У них есть ВП в лице Нату, и это интересный аргумент. Давайте посмотрим, как Насу сыграет с длины. Ой-ой-ой! Не повезло Фросту. Вот агрессивная позиция. Сразу был наказан. Теперь 3 в 3. Теперь ход за волками. Смотрите, СМФ не стал закрывать, СМФ просто понял, что длину походу не идут. Пошел, прочекал Парыч, хелпа не потребовалась, отходит. И вот сейчас самый важный момент — подловить Парыч. И они, по-моему, готовы. Да, они готовы подловить Парыч. Но финны, по-моему, хотят на последних секундах в раунде атаковать. Пытаются здесь заставить волков встать в открытой позиции. В итоге парапет открывается, первый игрок атаки проходит, влетает флешка. И моментально Хандлер просто закрывает первого, практически закрывает второго, накидывает ему флешку, великолепно разыгрывает позицию на гусе. Но ситуация 2 в 2, и есть перекрестный огонь в лице Насу. Давайте посмотрим, если Парыч сейчас выдержит. Нет, все, Парыч падает, бомба падает, и у Насу здесь нет шансов. Как видимо, вот здесь еще с плунта неплохо так прессингует. Продолжает, вернее, прессинговать товарищ. Не товарищ, а друг наш дорогой Хандлер. Очень уверенно. Ну и время заканчивается. Насу удается засейвить этот девайс. Счет становится 10-2 в первой половине. И у Копенгаген Вульфс наблюдается пока что небольшой подъем мотивации вообще в этой встрече что-либо делать. Хотя волкам может абсолютно и наплевать. Но я не думаю. Жаль, конечно, что у них Глейв не может играть. Вот это очень-очень меня пугает. Я видел, что болельщики команды Копенгаген Вульфс отписывались на Хелтьорге в комментах к этому матчу, что все не совсем четко, все не совсем точно. Вернее, я говорю про то, что я не могу все четко и точно дать инфу, но там какая-то проблема у Глейва, и переживали. Они из волков. Ну вот, пожалуйста, проблема Глейва, и в итоге хапки ведут 10-2. Вот рефлекс очень красиво сейчас сыграл. Услышал прострел, постоял, посмотрел, как эти пулечки прилетают через эту дверь. Размен гранатами на медле. Обратите внимание, что у финнов все еще присутствует дым. Есть две флешки у Насу, и он, наверное, будет пытаться разбрасывать аплент. Так, что-то делают финны непонятное, совершенно непонятное. Отдается АВП на центре. При том, что Хандлер сразу стягивает цена, потому что убил на парапете парни, и думает, что это реально Парыч. А финны, кстати, так бесшумные сидят под банкой. Вот такой холд, знаете, это 1.6 стиль, между прочим.
Очень-очень медленно. Все-таки нашли контакт на длине. Фрост закрыл рефлексы. Вот опять Фрост без шансов перестреливает рефлексы с ямы. СМФ уходит на перекрестный огонь, запирает банку. Скарк открытый. Ой-ой-ой, какой косяк от финнов. Ну вот надо было отходить. Надо было отходить вот как раз на 25-20 секунде пытаться атаковать либо Спарыча, либо какой-нибудь безумный сплитбэ сыграть. Но счет становится 10-3. Не знаю, будет ли здесь камбэк. Я, кстати, открою параллельно Твиттер и почитаю, что там у нас происходит. Слэм погладь инопланетянина, только от души. Прямо от души его надо погладить. Как ты думаешь, смогут ли достичь? А, ну все, этот коммент я уже читал. Так, сейчас будет, наверное, эпичный минус 2. Ну, минус 1. Хотя минус 2 суммарно, да, но с разменом. Скарк забрал хандлера, попытка аркады не удалась. Играли на инфу, увидели двух игроков, но это мелочь. Просто с учетом времени финны могут придумать все, что угодно. Решают играть быстрый выпад мид, падает 2 дыма. Из звено из трех игроков проходит в атаку на Б. Плент, Скарк, Тэшка и будет играть роль пассивного запирающего. И сейчас вот открывает счет в раунде рефлекс на Б. Минус 2 от рефлекса. Ну вот рефлекс железно запирает Б. Плент. Если вы помните, то он 4 раунда выходил на Б и давал минус 2, запирая весь дефенс там. И вот у Фроста с СМФом проблемы. Проблемы очень-очень большие. Скорее всего, это сейф. Не знаю. Давайте посмотрим. Вот замена в команде Вульфс. Играл неплохо на длине. Посмотрим, что сделает здесь. Но тут выбивание, опять же, в меньшинстве. Красивая моменталка. На заметку себе возьму эту флешку. Опс. И Насу забирает Фроста. Минус от Насу. Ну и минус 2 от Насу, минус 2 от рефлекса. В итоге Насу становится, конечно же, здесь MVP раунда, потому что еще и бомбу ставил, задел нескольких человек. Ну и последний раунд первой половины. Ну это либо 11-4, либо 12-3 опять-таки. Но если будет 12-3 проигранная пистолетка, то волки давай до свидания. Если же волки сейчас постараются и возьмут пистолетку во второй половине, с этим раундом сыграют 11-4, то все может быть. Не, будут шансы на камбэк. Не то чтобы шансы есть всегда, просто будет реальная возможность, потому что это вполне, по-моему, 11-4 это вполне рабочий счет, я считаю. Можно нормально настигнуть. Правда, если вот не аркадить, не бегать по Дэнсу на Б, то можно сделать много. Ну, минус 2 на Б, инфа и хав сейчас будут просто прорывать мид. Пустой Б-плент, НАТО выходит, разменивая хандлера. Вот хандлер не ожидал еще увидеть нового игрока нападения. Он подумал, что просто Элу заехало, повезло, он сделал минус 2 и попытается отпушить мид, но... Как видим, все было вполне неочевидно, и сейчас рефлекс будет божить на центре. Первый минус и минус 2 от рефлекса. Завершающая. Жирная точка в первой половине. Рефлекс сказал свое слово. Финские ястребы берут первый период в свою пользу. Ну и пистолетка второй половины нам покажет, чего стоит ожидать от волков. Вот, ну, будут нежданчики или нет. Ну и статистика. После первой половины, друзья, на начало первого раунда второй. 17-7 настрелял рефлекс. Аллу 15-6. 4 MVP. Надефузил, конечно. В атаке. Насу 12-8. 12-8 НАТУ. Скарк 7-7. И у волков все пока что в негативном ключе. То есть вся статистика отрицательная. Вот они, финны, друзья. Вот этот стиль игры агрессивный. Я люблю. Ну вот как прям, как MyDGB. Смотрите, выходят тупо в пуш мида, стреляются с C58, банка от НАТУ. И инфа о том, что мид пустой, у финнов есть. Они видели нижний темный и предполагают, что сейчас там вся атака как раз-таки тусуется. Будет играться выход на Б. Смотрим на Скарка. Нет, Скарк здесь не дает никакого демейджа даже по сопернику. Его моментально закрывают в точке. Размен дает рефлекс. Смотрим, что будут делать финны. 3 в 3 ситуация. И пока что не дали поставить бомбу датчанам. Перестрелка с Дэнсом. Врыв от НАТУ. Очень-очень, конечно, непродуманный шаг, опять же, зафокусили. Они ворвались вдвоем и фокусили по одному парню, вот именно поэтому по СМФ 2 хп ему оставили. Ну и разыгрывать против Дэнса уже проблем, может быть, не будет, но вот Плинте, что творит, Аллу минус 2 дает на заходе с Дэнса, граната полетела в Тэшку, уходит от гранаты, это Фрост, но Аллу его просто уничтожает, это жесть. Ну это волки, давай до свидания. Финны сегодня крайне великолепны. Вот это уже уровень, друзья. Вот он, бешеный, агрессивный стиль игры от Алла. Вот эти финны, которых я в начале сезона проклинал, почему они такие корявые. Но, как видим, ребята потренировались и собрались. Эх, как думаешь, когда начнут играть с новыми пушками? Да с новыми пушками уже играют. Уже играют в фарм, в жесткий фарм, опять же, на эко-раундах. И будут продолжать это делать, я думаю. Рефлекс чек центра, видел чекающего.
Ну, это инфа, здесь гранатка под Б интересная. Опять же, выхода на Б нету, и вот после этой гранаты... Ну, вот эта граната, это, как знаете, зеленый свет для датчан. Типа, все, граната прилетела, давайте выходим. Они еще немного ждут, ждут, ждут. Ну, они ждут аркада. Обычно после гранаты всегда следует аркада. И тут по площадку решают зайти. Увидели Скарка на Дэнсе. Не знаю, смылся он или нет. Он начинает здесь просто ложить первого, второго, третьего, четвертого. Ну, положит, нет, нет. Ну, вот потерялся, конечно, в стрельбе. Но НАТО, слава богу, сразу спас эту ситуацию. Счет становится 14-3. И, по-моему, эта встреча закончится в одну калитку в пользу финской команды. Буквально за... Да, за 20 минут они практически матч сыграли. Даже чуть меньше. Ну, у Волков сейчас девайсы, и, может быть, они еще пару раундов попытаются урвать, цепиться своими волчьими зубами в этих финских пташек. Вот, финские пташки, по-моему, вообще отличное название, можно их так называть теперь. Ну, сейчас опять, смотрите, под Джимпарыча пошел, но они здесь еще в качестве суппорта мид используют. Вот этот товарищ Рефлекс. Вот, сыграл сейчас на уровне в качестве разменного игрока. Но он хелпующий больше был. То есть тут основной акцент на то, вот кого бьет этот парень. А задача этого парня с Парыча была прочекать нижнюю. Он ее не чекал. Они ее просто тупо взяли, задымили, по-моему, в начале. Да, зашел сюда и вот на центре поджимчик сработал. Ну, мои GB также делали вот совсем недавно на турнире в Праге. И тем самым уничтожили команду Z Nation и отправили их домой. Все мы прекрасно знаем, как эти поджимы контролировать. Понятно, конечно, что одно АВП, там чувак в девятке, в восьмерке, должны запирать такие пуши, но Z Nation на том турнире этого не сделали. Ну и волки переходят в режим пассивной атаки. Очень-очень медленно продвигаются в сторону пропета. Алу сейчас будет на тайминг. Ну вот на него открывается Парыч и оп! Граната там каким-то чудом там оказался. Фрост успел подойти к своему тиммейту, чтобы в паре выйти атаковать на плента. И в итоге Фроста просто снесли. И Алу, несмотря на то, что его убили на точке, он отдал. А плент оставил свою команду в численном преимуществе. Идеальный тиммейт. Вот как его можно назвать. Ну и Хавки будет выбивать. Это будет линейное выбивание. Парапет плюс длина. Ничего сверхъестественного. Никто с КТ зажигать не пойдет. Вот, как видим, минус в плинте. Сразу же от НАТО моментальный. Мальки пытается стреляться с длиной, но здесь уже подошли игроки защиты. И второй рефлекс его, как видим, забирает. Это 15-3, матчпоинт за Хавкс. Хавкс. Сейчас будет мрачный звук. Вот этот вот мрачный звук. Представляете, команда, которая проигрывает, да, и у нее вот так вот каждый раунд. Это пугает. Это пугает, реально. Ладно, давай посмотрим, что сделают сейчас копенгагенские волки. Так, Фрост под Б, Мальти вместе с ним. 2-1-2, расстановка по карте, дым на центре, опять же антиаркадный. Этот дым дала атака, как я понял. Вот на бары я невнимательно смотрел, не заметил. Не собран пока. Стяжка пропет. Ну, на медле себя волки свободно ощущают, как бы, да, им здесь с грибов АВП нету, никто никуда не смотрит, защита пытается играть более безопасно. Но финнам рисковать незачем, конечно, легче взять 16 раунд, получить плюс по очкам, пройти дальше по сетке и попытаться, может, даже выйти на лан-финалы. Итак, ну что же мы видим? Выпад центр и НАТО, божественный зажим во второго, три головы, просто три кабины переворачивает при попытке выхода. От волков. Вот что значит выходить на контакт. Не знаю, почему эти парни не прогренили сначала мидл, чтобы его забрать, но тут они явно налажали. Но это ГГ. Это ГГ остается последний в стане живой. Это Ника сразу ловит в тэшке. Счет становится 16-3. Команда из Финляндии. Хавкс одерживает победу. Спасибо большое командам за этот матч. Хавки постарались на уровне, ну и были явно разогретыми. Мы с вами увидимся, друзья, завтра на трансляции SLTV Star Series. Параллельно будет висеть матч от... Параллельно будет висеть опять-таки плеер с... Юрой Страйком, где он будет комментировать параллельные матчи. Ну, а мы увидимся завтра на матчах Natus Vincer, которые, кстати, как раз-таки вроде с Волками завтра играют, если я не ошибаюсь. И еще будет бонусом, если все-таки немецкое дерби завтрашнее не перенесут, потому что это будет один из центральных матчей SLTV Star Series. По интересности, конечно же, потому что немецкая сцена очень-очень живая. Ну, и не, вот немецкая школа КС и датская, они такие, что парни любят построить стратегии. Ну, вот про Копенгаген Вульфс нельзя... Ну, в правиле всегда есть исключение. Вот, пожалуйста, Копенгаген Вульфс исключение. Просто без грамма энтузиазма разыграли они на этой карте. К сожалению, проиграли для них, но я думаю, сделают определенные выводы. Но судить их строго не будем, потому что видно было, что играли расслабленно, особо сильно не старались. Концентрация была, скажем так, процентов на 30, наверное, от их максимума, потому что мы видели, когда эти парни реально зажигали в напряженной встрече. Вот. Ну а Хавки молодцы. Легендарные НАТО, легендарные
Насу. Вернулись. Насу, кстати, кто не знает, это брат Люрписа. Он же Ника Кованин. Все, увидимся с вами завтра на этом. С вами Counter-Strike, смотрел Slam, бла-бла-бла и все такое. Всем всего наилучшего, играйте в CSGO. И самое главное, vk.com/sl4mtv. Там ловите следующий анонс трансляции.